дождь идет, надо поторапливаться. Сейчас хоть и осень, вода не так быстро поднимается. В Саянах в другой раз час-два, и вода может подняться на метр. Осенью не так сильно, но все-таки. А впереди брод. В последнее время появилось много всевозможной техники. Квадроциклы, снегоходы, аэролодки, водометы, резиновые лодки с подвесными водометными моторами. Это все для того, чтобы забраться, возможно, дальше, глубже. Там кажется, что рыбы больше, звери больше, места нетронутые. Вот там хорошо. Нужно провести 6 часов пути и проехать более 400 километров, чтобы добраться до места. 6 часов – это если дорога будет все хорошо. В этих краях у нас живут друзья. Деда Андрей и баба Люба Жамбаловы. Ну, друзья, это, наверное, не то слово. Старшие товарищи, что ли? Деда Андрею за 70. Баба Люба тоже преклонного возраста. Почему деда-баба? Да потому что у них 5 сыновей и куча внуков. В общем, они заслуженные дедушка с бабушкой. Дед Андрей всю жизнь прожил в этих краях. Было время, работал скотником, табунщиком, пас колхозного скота, лошадей. Ну, в общем, всю жизнь в тайге, работа в колхозе. Сейчас он на заслуженном отдыхе, хотя это и трудно назвать отдыхом. У него по-прежнему свои лошади, коровы, он за ними ухаживает, пасет, хотя, конечно, уже не те года.
места, в которых мы рыбачим, это его территория. Здесь он живет со своим скотом, здесь у него летник, зимник, то есть летние и зимние пастбища для коров и хайнеков. Хайнек – это помесь коровы и яка, или сарлыка. Кстати, сметана от сарлыка – это готовое масло, потому что молоко очень жирное, более 6%. Более приветливой женщины, чем баба Люба, я, наверное, не знаю. И мы приезжаем, когда привозим какие-нибудь скромные гостинцы. И надо сказать, что всегда, при любой оказии, тетя Люба в ответ посылает нам в город с кем-то гостинцы. Такие милые, знаете, баночка со сметанкой. Или баночка с маслом, или творогу. Ну, в общем, после такого вот обращения, такой заботы. И главное, никого не забудет. Вот тут у нас есть круг людей, ну, наверное, человек 5-6. И вот каждому будет записочка, или точнее подписано, вот это передай тому, вот это мне, а вот это вот Герману, а вот это Валере. Ну, после этого, ну, как ты приедешь с пустыми руками? Дядя Андрей этот раз, ну, как всегда, любезно подписался довести основной наш груз до того зимовья, где мы рыбачим. За 10 лет мы очень сдружились с этими добрыми и отзывчивыми стариками. И нас прямо здесь за своих принимают, чему мы очень рады. Вот такие хорошие и прекрасные люди тут живут. Сложный рельеф, спуски и затяжные подъемы, каменные россыпи и болотистые долины. Нам предстоит пройти 10 километров с увесистыми рюкзаками, чтобы добраться до зимовья и уже вечером испытать рыбацкую удачу, попытаясь поймать рыбу для ухи.
Мы в горной тундре на высоте 1600 метров. В долине скудная болотная растительность, кустарники, мхи, лишайники. По склонам лиственницы и кедры, растущие среди камней. Вот вышли, дедушки, да? Вот на этот перевал подняли. Вот на этот перевал. А, вы вот на этот перевал, да? Ну, вот так вот. Вот это вот сюда. Где-то вот здесь мы сидим. А, вон он. А мы сейчас на спуск пойдем, мы сейчас боком пойдем. Мы же боком идем. Ну, вон высота. Да, и нам вот сюда идти-то надо. А, сюда? Это уже... Вот на порт. Вот он, внизу. А нам вот сюда. Не, она впадает. Вот мы хотели найти. А, ну. Вот сюда, Так, а мы на комиссарский просто пойдем? Не пойдем? А на это озеро никогда не ходил? Деда, вот здесь на этом озере что есть, не? Еще озеро. Вот мы. Здесь как? Почти 2000 будет. А озеро находится 2232. Ну вот. Хочу рассказать про свою первую рыбалку на этой реке. Это было 55 лет назад. Почему хорошо помню? Потому что мне идти в школу в первый класс. Так вот в это лето перед школой отец меня взял с собой первый раз в тайгу. Он тогда работал завхозом в партии геологической. Была Акинская экспедиция, которая стояла в Мондах. Постоянно были в разных местах, летом работали геологосъемочные партии. И вот в одной из них работал мой отец, взял меня с собой. Мы ехали из Монт, ехали две ночи дорогой ночевали под открытым небом. Я помню, дорога для пацана оказалась очень тяжелой. Верхом на коне, грязь, болото, тайга, высокие подъемы, перевалы. Ну, в общем, мы доехали до этой реки. На мне был одет брезентовый мужской плащ, я завернутый ехал на коне в нем. Так в этом плаще меня отец с коня снял, значит, и подвел к реке. А у него уже стояли готовые удочки, прислоненные к стволу дерева. Это же был строганный шестик из тонкой листвяшки. Чтобы его не изогнуло, не повело, он стоял вдоль ствола живого дерева. Толстая такая леска и три мушки на конце. Дождик идет, вода вся, дождик был сильный, вся в таких этих капельках дождя. Значит, ничего не видать на воде. Он говорит, кидай. Ну, с грехом пополам я туда закидывал. И все это не снимая плаща, наступал на плащ. И, в общем, из этого плаща закидывал я туда эту удочку. И ничего не видя, выдергивал обратно. И на каждый мой заброс... Там сидела рыбка, но это было просто удивительно. А потом я ходил по этой реке и рыбачил. Но уже, так скажем, меня научили, как надо правильно рыбачить. И вот я ловил рыбы, под мох складывал кучу.
удочкой эту рыбу и передвигался там на 100, 200, 300 метров по речке дальше. Один пацан. А потом мне давали взрослого мужика с рюкзаком, с которым мы ходили, раскапывали этот мох и собирали рыбу, потому что один такое количество рыбы я не мог унести. Вот такие тогда были там хорюза, а хорюза были крупные, грамм по 200, 300, 400. Ну, в общем, это мои самые яркие детские воспоминания. Уже первый снег ложится на гольцы. Этот снег местами подтает, но весь не сойдет. Останется на осень и на зиму. Теперь снег будет только добавляться. А по утрам уже холодно, легкий морозец, иней на кустах, небольшой ледок по берегам речек. Ну, в общем, осень скоро. Надо понимать реку, видеть, где стоит рыба. Опытный рыбак сразу видит, куда надо бросить и где наверняка клюнет. Поймал 2-3 штучки, переходи дальше. И так потихоньку двигаешься по реке и ловишь. Вот, наконец, поймана первая рыба, и позади все сомнения. Рыба есть.
Рыбалка, в общем-то, простая и понятная. На конце подгруженный наплав, чтобы он вертикально стоял в воде, а от него 3-4 мухи, расстояние сантиметров, наверное, 30 одна от другой. То есть это верховой, традиционный наш настрой. Ну и самое главное, подобрать правильную муху. И тогда дело пойдет, если рыба есть. Что, не куснул? Нет, не куснул. Вообще хороший, видел, да? Ну. Дернул. Крупный стоит, видишь, течение какое. Это по-советски рыбачь, видишь, на катушечку. На инерционочку. Большого тебя под съемку поймать. Кинул, да? Спустить, допустим. На инерционочку так не спустишь. Да. На безинерционку. Mm-hmm. А здесь на инерционочку она и чувствительна очень. Это огромный плюс, я считаю. Так вот. Это вот на доночку, даже вот, как говорится, на балду вот на эту. Вообще шикарная вещь. Классика, особенно наши вот эти невские, это конечно, это уже история, классика. В реке водится только хариус, другой рыбы тут нет. Хотя один наш рыбак, Юрий Карпиченков, автор этого фильма и нашего канала, поймал здесь красивейшего линка. Это типа форели. Дед Андрей тогда сказал, впервые видит, чтобы здесь ловились линки. Но мастер есть мастер. Это я про Юру. Поймал. Река быстрая, порожистая, каменистая, горная. Ну, другая рыба тут просто не живет. А харизу, видимо, благодать. Красивая, благородная. Ну, я уважаю эту рыбу. Прекрасные экземпляры и приятно такую рыбу ловить. Не надо думать, что рыба тут немерено, не считано, кишмя кишит. И ловим мы тут бесконечно, постоянно. Каждый заброс – рыба. Совсем не так. Конечно, в камеру снимаем лучшие экземпляры из той, что попадется.
Не так уж много мы и ловим. Ненадолго приезжаем, день-два. Это если с погодой повезет и с уровнем воды. Обычно пятница заезд, в субботу рыбачим, а в воскресенье уже уходим домой. Путь дальний, только ночью доберемся домой. И если получится поймать 20-30 штук за рыбалку, то это прекрасно. И то половину съедим, наверное, на месте, а остальное домой, на гостинцы. Сейчас поймал тоже, Коля, хорошенького. Ну, вообще красавец. У меня что-то мелочь куда-то. По сравнению с твоей мелочь. Раньше-то нормальные были хорёза. Да. Конечно. Где таких хариузов было еще? Хариуза надо распороть, удалить кишки, жабры. Сделать сразу, желательно в том месте, где поймал. Летом на жаре, да и осенью тоже, 2 часа делов, и он станет мягким. Будешь пороть, а там щетка из костей, то есть ребра отделятся от мяса. В общем, испортишь эту нежную рыбу. А если ты ее распоришь сразу, подсолишь и переложишь аккуратненько, голова, хвост, твердую тару, то перевезешь эту рыбу плотной, вкусной, красивой. Эта рыба требует себе уважения и заботы. Я говорю, крепкие вы мужики-то. Время 7 часов. Смотри, голяк вообще. Мы сидим, ждем, думаем, сейчас клев начнется. Ну и что? А потом он сказал, так у вас-то ловит. Ё-моё, а что сидеть ждать-то? Да и пошли. Ну вот где-то за камушками так собираем. Очень плохо, очень. Очень плохо. Так а гигантизма-то вообще ни одного? Нету. Нету. Ну, я смотрю, у Игоря-то были. Нет, такие. Ну, это и ваш результат. Ваша рыба. Нет, он. Ну, ты-то настигал, наверное? Нет. 12 штук. Ну, у меня 7 штук. Короче, это... О, у меня же поплавок оторвался вместе с крючками. Я за ним бегал. Да я сколько мух сегодня оторвал. Слушай, не... вчера ни одной мухи не оторвал. Сегодня штуки 4, блин. Да? Блин, ну, перцовочки давай. Дай перцовочки, а. Дадим перцовочки. Раздевайся давай. В конце концов, мы ездим сюда не ради рыбы, не для заготовки рыбы. Могу только подкинуть, сейчас разгорится. Не переживай. Мы сюда возвращаемся, чтобы побывать в этих необыкновенных краях, в этой необыкновенной природе. Постоять на берегу этой прекрасной реки. Пообщаться друг с другом, ночевать одну-другую ночь в зимовье или у костра. Да и чё греха таить, может пропустить рюмочку-другую, потому что здесь это совсем по-другому, и это настраивает совсем на другой лад, и как раз с устатку очень хорошо. Ну, в общем, это настоящая жизнь, это отдых, это время и место, где можно отдохнуть от всего,
и просто расслабиться. Прекрасное дело съездить на рыбалку. Ты, Коля, помнишь, когда поймал большую рыбу самую? Помню. Или самую первую? Помню, хорошую рыбу поймал напротив себя, напротив... Ну, у меня яма же впереди. Коля, повернись ко мне маленько. На лодке. Еще немного. Харю за где-то грамм, наверное, ну, может, 400-600 такого конкретного. Это было запоминающе. Прямо на лодке, что ли? Но это было у меня, это, так сказать, толчком. И потом рыбалка поперла. А потом уже и под кило, и за кило. Это уже было... Да сколько тебе лет было? А мне было лет, наверное, ну, 12-14. Ну, 14. Но до этого ты ловил? А до этого так, на озерах, там, это, мелочевку, там, туда-сюда. Карасики, маймасики всякие. Караси, там, туда-сюда, ну, там. А здесь... Сейчас будет кофе в постель.